Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял помощника государственного секретаря США по делам Центральной Азии Дональда Лу. Дональд Лу находится в Кыргызстане в рамках турне по центральноазиатским странам, сообщает пресс-служба МИД. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американских отношений, а также региональной и глобальной повестки. Особо отмечена важность наращивания практического сотрудничества, оказывающего положительное влияние на социально-экономическое развитие Кыргызстана. В этом отношении рассмотрены возможности наращивания инвестиционного сотрудничества. Отдельно рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности. Отдельно отмечена важность взаимодействия стран в рамках платформы СП 5+1. В заключении беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.